Вот я сейчас Ольгу Бергольд прочитаю. «Голос Ленинграда», значит, скорбная вот эта нота по радио, которая... Люди, все это такая чушь. Вот, вот послушайте вот, вот эту Ольгу Бергольд. Ленинград, военный, конечно. И она уже отсидела. У нее уже, значит, и посажен, и убит муж, Борис Корнилов. Правда, посажен за дело, к сожалению. Скажу я вам. Это все тоже все враки, что все они сидели безвинно, и что сталинская это рука, и так далее, и так далее. Многие дела были сфабрикованы совсем не Сталином, но многие дела были и не сфабрикованы, они просто были в натуре. С ней разобрались. Ох, люди, слушайте каждое слово. Это не женщина, это богиня, правда. Это богиня просто. Мы предчувствовали... простите, июнь 41-го года. Все только началось. Вот, уже идет. Но это первые дни. Мы предчувствовали полыхание этого трагического дня. Он пришел. Вот жизнь моя, дыхание... Родина, возьми их у меня. Я и в этот день не позабыла горьких лет гонения и зла, но в слепящей вспышке поняла, это не со мной, с тобою было. Это ты мужалась и ждала. Нет, я ничего не позабыла, но была б мертва, осуждена, встала бы на зов твой из могила, все б мы встали, а не я одна. Я люблю тебя любовью новой, горькой, всепрощающей, живой. Родина моя в венце терновом, с темной радугой над головой. Он настал наш час, и что он значит, только нам с тобою знать дано. Я люблю тебя, я не могу иначе. Ты и я по-прежнему одно. Я говорю с тобой, она Россию называет на «ты», и у нее «ты» как Бог, с большой буквы везде. Это, конечно, не видно на голос, но чтобы вы знали, что ты, это все с тобой, это все вот божественная большая буква. Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Кронштадтский злой неукротимый ветер в мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети, ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза, бессонной ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Я говорю, нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонад, и если завтра будут баррикады, мы не покинем наших баррикад. И женщины с бойцами встанут рядом, и дети нам патроны поднесут, и над всеми нами зацветут старинные знамена Петрограда. Руками сжав обугленное сердце, такое обещание даю я. Горожанка, мать красноармейца, погибшего под стрельнею в бою. Мы будем драться с беззаветной силой, мы одолеем бешеных зверей, мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей. Август 41-го года. Она клянется победой. Вот.
Вот кого от нас хоронят-то? Вот кого прячут от нас? Вот с этими словами. Я сердце свое никогда не щадила, ни в песне, ни в горе, ни в дружбе, ни в страсти. Прости меня, милый, что было, то было. Мне горько. И все-таки все это счастье. И то, что я страстно горючо тоскую, и то, что, страшась неизбежной напасти на призрак, на малую тень негодую, мне страшно. И все-таки все это счастье. О, пусть эти слезы и это удушье, пусть хлещут упреки, как ветки в ненастье, страшней все прощения, страшней равнодушие, любовь не прощает. И все это счастье. Я знаю теперь, что она убивает. Не ждет сострадания, не делится властью, покуда прекрасна, покуда живая, покуда любовь не утеха, а счастье. А я вам говорю, что нет напрасно прожитых мной лет, не нужно пройденных путей, впустую слышанных вестей, нет невоспринятых миров, нет мнимо розданных даров, любви напрасной тоже нет, любви обманутой, больной, ее нетленно чистый свет всегда во мне, всегда со мной, и никогда не поздно снова начать всю жизнь, начать весь путь, и так, чтоб в прошлом бы ни слова, ни стона бы не зачеркнуть. Браво!